Чувствую, что люблю. Чувствую, спокойствие мне нравится Богу. Проснусь, одеваюсь, молюсь, иду в дорогу. Меряю жизнь свою, поступи воина. Ненавижу предательств, сторонюсь всего недостойно. За каждым словом своим стараюсь чувствовать истину. Не-не-не, стоп. Слушайте сердце, нас уже много, наша любовь. Спасибо большое, ребята. Я встретил. И они здесь присутствуют сегодня. Макс, Мань, спасибо тебе огромное, брат, за все. Макс Кушнир, спасибо тебе огромное за все. А все это просто пару слов, вовремя сказанных. Поддержка, братское плечо. То, чего мы ждем друг от друга. Спасибо, спасибо. Когда я впервые увидел это смело, ты мне напомнила, по-моему, сразу все, кого я любил, с кем хотел быть вместе. Я стоял в кругу, не было слов. Еле выговорил, не подумай ничего плохого, но мы еще не расстались. Я уже хочу увидеть тебя снова. Я не могу надышаться. Во-вторых, для нас огромное счастье, что здесь так много счастливых глаз и счастливых людей. Пожалуйста, храните любовь в ваших сердцах, что бы ни было, что бы ни происходило. Здесь так все устроено, чтобы отвлечь нас от самих себя. От того, что мы были просто по-человечески счастливы. Понятно. А что нужно человеку для счастья? Реально не так уж и много. Чтобы рядом был человек, с которым бы хотелось засыпать и просыпаться, ради которого хотелось бы жить, который бы не кинул, не подвел, который бы до конца шел с тобой. Но это все зависит от каждого из нас, это не фантазия. Просто самому нужно быть готовым для того, чтобы такого человека встретить. Поэтому, ребята, кто встретил, держите крепко. Держите крепко изо всех сил. Не теряйте. Ни о чем не беспокойтесь. Не парьтесь. Любите друг друга. Смотрите почаще друг другу в глаза. Кайфуйте от этой жизни. И что бы ни было, радуйтесь каждому мгновению. Потому что когда все здесь закончится, и мы с вами полетим куда-то дальше, будет абсолютно понятно, что не было здесь ничего стоящего, кроме любви. Давайте с нами, ребята. Thank you.
мы не уходили, не приходили, мы это сделали. Не задели нас больно, но все равно мы спокойно делали, что нас не достали.